патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. На заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Эти данные были предъявлены 3 дня назад.